Перед тем, как приступить к ремонту, управляющая компания выслушивает все пожелания жильцов дома, ставшего участником губернаторской программы. И только после этого осуществляется поиск подрядчика и начало работ. На северном проезде поселка Горки-Ленинские в доме номер 6 ремонт подъездов находится в завершающей стадии. Осталось только отмыть окна и установить лампы. Данный подъезд ремонтируется в рамках губернаторской программы «Ремонт подъездов» по программе «Софинансирование жителей». В целом работу по ремонту подъездов оценивает целая комиссия. Прежде всего, это жители. Если житель доволен произведенным ремонтом, то это уже залог успеха, так скажем. Ну а как тут можно остаться недовольным? В ремонтные работы подъезда входит шпаклевка и покраска стен, ремонт напольной плитки, замена источников освещения и многое другое. Но главной отличительной особенностью в этом году является замена окон. И теперь обледеневшие стены и постоянные сквозняки для жильцов останутся только в кошмарных снах. Все покрашено, в общем, все идеально. Стены, побелка, освещение, все сделали. Прям на 10 баллов, молодцы. Но... И очень чисто, так, в общем, полы все чистые. В поселке одновременно трудится несколько бригад. Это дает возможность выполнять работы качественно и в срок. Эмилия Курмей работает маляром 15 лет. Считает, что главное – это дружная команда. Ведь только тогда можно грамотно разделить обязанности и добиться лучшего результата. Коллектив – это все мои сын, родственники, мы все одной бригады. Василий Симон, главный инженер подрядной организации, отвечает за все дома в поселке, которые попали в губернаторскую программу. Он делает ежедневный обход объектов и проверяет качество выполнения работ. 36 домов у нас в работе, есть какое-то количество уже законченных, большее количество, там процентов 70 законченных домов. Трудится у нас 6 бригад. Горки Ленинские мы планируем привести в порядок, закончить полностью до 30 числа, 30 июня. И уже совсем скоро жильцы отремонтированных подъездов смогут с гордостью сказать: «Это мой подъезд». Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.